Там желательно быстро двигаться. Насколько, может, кепары ушли, россияне заехали, мы не думаем. Дело в том, что мы же соблюдаем минские согласованности. Подтаскивали технику, а они-то нет. Они, я сколько наблюдаю картину, они с безымянного по саханке бьют, потом саханки по безымянному, потом вызывают ОБСЕ, показывают им, что мы натворили, начинают бить по нам. Накручиваешь сначала. 200. 21, бля, да? 21, спускаешь, делаешь себе визирный, сразу же визирный ориентир, и по визирному ориентиру сводишь его на правую посадку. Останні обстріли населеного пункту Широкіна відбувся минулої ночі. Близько першої години ночі обстрілював снайпер наші позиції, і близько другої ночі наші позиції обстріляв міномет 120 мм. Крім того, в цей же час було обстріляно населений пункт Бердянське із важкої артилерії великого калібру 122 мм. Після другої години ночі ми не фіксували жодного обстрілу в населеному пункті Широкіно по теперішній час. Тобто пройшло вже більше доби, як в цьому населеному пункті не відбувається обстрілів наших військ, і відповідно наші військовослужбовці, бійці Національної гвардії не відповідають вогнем у відповідь. А часто вони 152 використовують? Да, регулярно. Вся ця посадка 152-шками зрита. Для вас война когда закончится, скажите, пожалуйста. Дома. Если мы отсюда уйдем, то появится возможность, учитывая нашу историю взаимоотношений с Лугандонией, что они нарушат в очередной раз перемирие и войдут сюда. А с Саханки бьет тяжелая артиллерия. Мы четко знаем, где их находятся позиции, где их капониры, танки, стоят самоходные орудия. Мы знаем, где располагаются, откуда пускают по нам и стреляют грады. Но это же не влияет никак на БСЕ. Они считают, что мы с автоматами должны этому противостоять. Дядь, где твои машины? К артиллерии стреляют. Откуда, куда, интересно? Сейчас услышу. Ми так сильно багато нічого не знаємо. Запросили ж на 72 час перемір'я для відводу техніки, а там буде видно. А ви вірите в те, що вони відведуть техніку? Ні. Мені кажуть, що навряд ли таке. Знаходите можливість позагорати. Правда, говорят, что КНРовцы все-таки отводят свое вооружение. Это говорят. Я по телевизору я такое слышал, но не видел. Знаете, что произошло? Что вы изводите на технику? Кажется, бачили, что изводили? Бачили, что изводили. Да, дед бачит. Я скажу, что наша техника бачила. Ми ще не бачили. Ми балакають, що відводять техніку. Ага. А хто балакає? Давай я хочу знати, хто. У нас нема спостережних пунктів, там, де їх техніка записана. У нас знаходиться в 6 кілометрах від цієї подвіжки.